началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Так, ребята, а следующий бонус у нас находится вот здесь. Тут стояла металлическая статуя. Ага, так мы забрать его не можем. Ну, короче, здесь чините лестницу и можете, в принципе, забрать. Еще один бонус, я помню, он был вот тут-то у нас. Ну, я его уже собрал в истории. Но он здесь, вот за вот этим вот, не знаю, что это, песок. Вот здесь он вот лежал. Вот. Еще один бонус. И вон тот. И, в принципе, здесь вроде бы ничего нету больше. Все, ребята. Выключаюсь. Так, ребята, я вернулся. И следующий бонус у нас находится... Вот мы попадаем, получается, вот в эту локацию. И следующий бонус у нас находится... Вот здесь. Отлично. Идем дальше. Так, ребята, и следующий бонус у нас находится вот здесь. Мы ломаем, значит, здесь вот комнатку. И вот он тут будет. Так, хоба, 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 хоба. И хоба, отлично. Я думал, уже не долечу, но вот этот бонус. Так, у нас появляется мостик. И идем дальше. Итак, ребята, следующий бонус у нас находится вот в этой локации, где у нас нужно двигать вот эту вот штуку. Так, давайте сначала ее соберем. Вот она, вот. Так, и теперь смотрите. Нам нужно сейчас будет закрыть три вот эти вот штуки. Мы это делали в свободной игре, но там у меня не получилось забрать бонус. Так, 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 так. Давайте сейчас быстренько для начала. Так, шестеренка. Сейчас мы быстренько до конца механизм соберем. И все будет окей. Так, отлично. Так, идем дальше. Так, здесь просто делаем вот так и вот так. А здесь собираем веревку. Так. Собираем и запрыгиваем. И вот у нас бонус. Так, вот там мне не получилось, да, допрыгнуть. Оп, а сейчас вот получилось. Так, все, ребята, идем дальше. Так, ребят, и следующий бонус у нас находится... Вот тут-то вот. Так, сейчас, секундочку. Вот тут-то. Заходим. И тут у нас нужно активировать. Так. Отлично. Так, но... Ну, нам нужно еще, получается, поднять платформу. Вот так вот. Вот теперь можем уже взять эту плиту. Так. И несем ее вот сюда-сь. И у нас тут последний бонус, друзья. Все, мы все собрали. Колледж, сохранить и уйти. Так, это, короче, будет долго. Так, собираем до конца статую. Да, я сразу понял, что это она. И нам даются монетки. Сохранение. Так, и нас кидают в колледж.
Отлично. У нас тут теперь 4. Так. Остается 5-я и 6-я глава, друзья. А я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока. Ребята, всем здорово. С вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Индиана Джонс The Original Adventures. У нас первый фильм. 4-я глава. Прохожаем, да. Мы продолжаем проходить игру на 100%. У нас... 4-я опять же глава, повторюсь, да, колодец душ, нам тут нужно только 8 бонусов собрать, поехали, свободная игра. Ракетчик сразу, окей. Так, смотрите, что я решил, я не буду, типа, я буду вырезать моменты, некоторые, буду вырезать, буду некоторые моменты вырезать и буду показывать только бонусы, да, то есть буду показывать, где они, что они и как они, да, типа, чтобы видео долго не затягивалось, чтобы мне потом рендерить было поменьше. Я просто буду вырезать моменты, вы даже и вы по локации, если кому-то надо будет, да, вы по локации сможете понять, в принципе, где это находится. Так, берем факел. И первый у нас бонус, это вот здесь. Так, и чтобы не отходя от кассы, я просто уже знаю, где бонусы лежат. Так, не отходя от кассы, мы сразу бежим вот сюда. Берем малого. Пролазим сюда. Так, значит, взрываем тут все. Берем саблю. Опять берем малого. Пролазим обратно. И швыряем вот сюда. Отлично. Мы делаем себе мостик. Ставим сюда вот этот вот ящик или что это, я не знаю. Тут у нас бонус, и если мы взорвем вот здесь, вот у нас появится еще одна локация, тоже с бонусом. Так, сейчас мы тут быстренько все сделаем. Так, 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 так. Двигаем это сюда. Кстати, да, у меня здесь бонусы уже собраны некоторые, ну, точнее, их было 2. Если вы не знаете, где они, то посмотрите прохождение именно истории. Так, отражаем лучи. И нам открывается бонус. Так, все, ребята, я к вам вернусь, когда дойдем до следующего бонуса. И я думаю, ну, по сути, если вы будете проходить, вы должны понять, что это за локация. И, в принципе, там ничего сложного будет. А если это будет какая-то нычка, я вам, в принципе, покажу это. И красный блок, кстати, у нас, да, тоже собран. И в истории вы сможете увидеть, где это было. Все, ребята, погнали.